мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Евсеглеев день, канун преображения Господня. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память мученика Евсигния Антиохийского, преподобного мученика Ива Учельского, священномучеников Амфира и Фабия, пап римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела в Египте, праведной Нонны Назианской, Диаконисы, матери святителя Григория Богослова, священномученика Стефана Петрова, пресвитера, священномученика Иоанна Смирнова, диакона и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.